Хибины. Горный массив, расположенный на Кольском полуострове. Люди приезжают сюда на горнолыжные курорты и для добычи полезных ископаемых. Ну а мы пойдем в поход. Так как поход наш не только спортивный, но еще и второй категории сложности, было организовано два тренировочных выезда. На данных выездах мы отрабатывали технику подъема и спуска со склона, тестировали походное снаряжение, а также помогали деревьям с заниженной вертикальной позицией. После выездов определился окончательный состав участников. Таким образом, в нашей группе был руководитель, завхоз по питанию, начальник бивака, штурман, медик, завхоз по снаряжению, летописец, печник, казначей и риммастер. Время шло, и вот до начала похода уже один день. Оставалось только собрать вещи и сесть в поезд. День первый. Понятно, там будет. Хренов, эта группа-то не натопала здесь, нет? Да? День второй. Там кто у вас остался еще? Я это кто? Я по голосам еще не... Приглашенные. Куда, куда там его приглашают? Thank you.
Сегодня нам предстояло взять два перевала. Это был первый и последний раз, когда я использовал камус в данном походе. Вечером погода подпортилась. День шестой. На утро шестого дня было принято решение встать пораньше на час для более благоприятного преодоления перевалов. Без камусов как-то не шлось.
После спуска с перевалов мы отметились на базе КСС. Затем отправились искать место для будущего лагеря. День 7. Сегодняшний день был радиальным. Итак, группа отправилась на пик Марченко. Потом сортанем. Надо отдохнуть. Да. Да. Просто а говорю, ну там, если да, нам что не понравится, да, вот этого камуса. Снимает уже камуса, да? Ну да, значит, так просто елочку это в лесенку. День 8. По большому счету, все, что нужно знать про последний день похода, это достаточно монотонный подъем и спуск на перевал Тисвумчор, а также сильный ветер. Спустя некоторое время мы уже приближались к базе Тировос, откуда на заказанном ранее автобусе мы отправились в Кировск, на чем и завершился наш поход.